50 сибирских елей и одна крымская сосна пополнили природный капитал Республики Алтай. Молодые хвойные деревья высадили в парке культуры и отдыха села Майма в рамках национального проекта «Экология» и всероссийской акции «Сохраним лес». Андрей Турчак передал волонтерам-экологам слова приветствия и благодарности. Эта экологическая инициатива ежегодно объединяет вокруг себя тысячи людей, лесников, волонтеров и неравнодушных граждан. Наша республика принимает в ней активное участие. Сегодня мы вместе посадим здесь деревья, которые станут символом сохранения экологии и создадут благоприятные условия для отдыха на долгие годы. Акция проходит в России на протяжении 6 лет. Вклад этого года должен составить 70 миллионов саженцев. Высаженные ели будут расти и крепнуть, и справляться с главной задачей – компенсировать последствия лесных пожаров и восстановить углеродный баланс. Чтобы елочка прижилась, мы льем под корень воду, хорошо проливаем корни, чтобы она у нас прижилась, не болела и прекрасно перенесла зиму. И росла очень пышной и самой красивой. Все саженцы, кроме одного, выросли на алтайской земле в Шибалинском районе. Потому проблем с их акклиматизацией не возникнет. Особое место центральное в парке занимает сосна «Крымская». Это подарок от новой республики жителям Алтая. Всероссийская акция «Сохраним лес» – это самый масштабный проект по восстановлению лесов в стране. За прошедшие 6 лет по всей России высажено почти 300 миллионов деревьев, и Республика Алтай ежегодно принимает участие. В этом году парк культуры и отдыха «Березовая роща» стал центром проведения акции. Сегодня здесь будут высажены 50 алтайских елей, а также крымская сосна – символичный подарок Республике Алтай от Крыма в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией. В посадке деревьев приняли участие местные жители, волонтеры, экологи, сотрудники лесного хозяйства. Сам материал, скажем так, посадочный уже более-менее крупномерный. Я думаю, что ему не грозит затаптывание, да, какой-то случайный там фактор такой, когда просто не заметили. Его уже, скажем так, не спутаешь, не заметишь, случайности не будет. А то, что у нас климат более-менее влажный, в принципе, для них довольно-таки нормальные условия, какого-то особенного ухода не требуется. При хорошем уходе и подходящих условиях деревья могут прибавлять в росте до 30-40 сантиметров в год. А значит, уже через пару лет в Центральном парке Маймы рядом с русскими березками будут стоять молодые ели. Олеся Бедрева, Евгения Ижутова, Сергей Бертман. День с толком.